Всем привет, вы на канале «Удивительный мир игрушек». Сегодня у нас на распаковке шоколадные яйца от компании «Мега Секрет». Молочный шоколад плюс коллекционная игрушка. Серия «Щенячий патруль». В этой серии у нас представлено 6 фигурок. Это Райдер, Маршал, Гонщик, Крепыш, Рокки и Скай. Чтобы собрать всех, я купил 12, в два раза больше яиц. Надеюсь, мы соберем всю коллекцию из этой серии. Итак, приступим к распаковке. Первый, кто у нас тут? Это у нас Гонщик. Открываем шоколадное яйцо. Белая коробочка, футляр. И там у нас... Кто это у нас? А это у нас Рокки. Такая вот маленькая фигурка, буквально сантиметра 2,5-3. И она у нас как неваляшка сделана. Катается. Давайте откроем бумажку и посмотрим на всю серию поближе. Итак, да, у нас всего 6 фигурок. 6 вот таких вот неваляшек. И будем... Первое у нас Рокки. Так, открываем второе шоколадное яйцо. А здесь небольшой брак, смотрите. Когда покупаете, будьте осторожны, может быть где-то слом. Сразу так не заметить, конечно. Итак, вторая фигурка, это у нас Скай. Ставим у нас Кроки. Две фигурки, пока все разные. Продолжаем дальше распаковку. И здесь у нас третий, что-то прям не хочет вылазить. Что-то такое тяжелое. А это у нас Гонщик. Ставим его к друзьям. Фигурки небольшие. То есть, мне казалось, они будут чуть побольше. Но они буквально меньше самого яйца. И в четвертом яйце у нас попался Райдер. Пока все разные фигурки. Итак, открываем дальше. Следующий у нас. И снова попадается Райдер. У нас уже два Райдера. Следующий у нас шестое яйцо. И там попался нам Гонщик. Пока у нас 2-2. Гонщик и Райдер. Открываем седьмое шоколадное яйцо. И здесь у нас Крепыш. Тебя-то мы и ждали. Как они прыгают. Следующее, седьмое. Ой, нет, не седьмое, какое же? Восьмое получается яйцо. Восьмое. Восьмом у нас попался опять Райдер. Так, три Райдера уже. Райдеры лидируют. Девятое. Девятом, вот, а у нас тебя нету, попался Маршал. Такая собачка-далматинец-пожарник. Ставим его Крепышу рядом. Итак, кого нам не хватает? Нам не хватает. Так, мы, по-моему, собрали всю серию. Точно. Так, у нас есть Райдер, Маршал, Гонщик, Крепыш, Рокки. И Скай. Все, мы собрали всю серию и повторки. Ну, давайте откроем оставшиеся 3 шоколадных яйца и посмотрим все же, кто нам еще там попадется. Так, следующий у нас Гонщик. И так получается у нас 3 Гонщика и 3 Райдера. Получается у нас пока 3-3. И последний, предпоследнее яйцо. Последнее яйцо. И у нас попадается Рокки. Итак, осталось последнее. Давайте посмотрим, кто же там.
А в последнем яйце у нас попалась Скай. Ну, достаточно неплохо попадаются, только Маршал и Крепыш у нас в одиночестве. К сожалению, не попались ихние повторки. Ну, а с другой стороны, мы собрали всю серию, поэтому все хорошо на сегодня. У нас получилась вот такая серия. Они практически не стоят ровно на месте. Их надо прям зафиксировать, аккуратно выставить. И они все качаются вот такие вот фигурки-неваляшки. На сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока.